Сегодня исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев объявил об отставке правительства республики. Руководители министерств и ведомств продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров. Отставка правительства – ожидаемый шаг. Олег Николаев действовал в соответствии с Конституцией. Это необходимая процедура в связи с теми событиями, которые сейчас происходят у нас в республике. Но при этом я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений, потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться. Очевидно, со многими из вас, в том числе, мы продолжим и дальше работу. Повышение качества жизни жителей республики, реализация национальных проектов и повышение взаимодействия между всеми уровнями власти – основные задачи, которые ставит Олег Николаев. Учитывая, что в этом году у нас с вами еще и выборы во все представительные органы муниципальной власти, то здесь нам надо будет очень плотно синхронизировать, вот получается, нашу региональную нормотворческую деятельность. Естественно, после того, как будут приниматься федеральные нормативные акты в этой области. Сегодня же назначены помощники временно исполняющего обязанности главы республики. Все четверо прежде работали в администрации главы Чувашии. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.